Уважаемые товарищи, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча по подведению итогов работы рабочей группы накануне совещания Конституционной комиссии, ну, будет итоговой. Цель сегодняшнего мероприятия – свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленного основного закона. Сделать это так, чтобы его положения представляли собой единую и стройную систему. При этом еще раз хочу напомнить, что любые политические новации должны в конечном итоге создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия наших людей. Все предложения по тем ключевым вопросам, которые мы неоднократно обсуждали ранее и продолжим обсуждать сегодня, вам предстоит потом, и мне в том числе, донести до членов Конституционной комиссии. И подготовиться к этому мероприятию надо будет основательно. Думаю, что надо также провести и, Игорь Петрович, масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения, как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы люди высказались, нам важно их мнение не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам, которые касаются развития нашей страны и нашего будущего.